Итак, все вы уже потенциальные победители первого приза лотереи «Цептер Интернациональ». Второй. Обратили внимание, что Скотт поменял технику прыжка. Главный тренер сборной. И очень хотел заниматься баскетболом. И Кондрашин его решил определить в спортивный интернат. Но он был такой маленький, что баскетбол еще не брали. И сказали, давай годик в легкую атлетикой. Годик, а потом баскетбол. Вот он начал годик и до сих пор занимается. Игорь Трандинко. Но я все-таки после поцелуя могу спросить? После этого роскошного букета и поцелуя красавицы. Что получилось? Thank you.
еще есть одна попытка у вас. Я открою маленький секрет. Дин после окончания спортивной карьеры собирается открыть собственный ресторан. Сейчас мы выясним, не собирается ли он открыть ресторан с украинской кухней. Дин, about your future restaurant, which you are going to open after the finish of your sports career. Maybe this would be a Ukrainian restaurant with Ukrainian kitchen. I think we can definitely have some Ukrainian dishes there. Во всяком случае, сказал он, украинские блюда будут точно в меню. Thank you and good luck. Дин Старки. Сергей Бубка. Наверное, многие, особенно юные болельщики. Next time. And there we are in Donetsk. Sergey wants to open a restaurant with me. I'll be more than happy to do that. But give him a chance to visit California. Он говорит, что если я имел бы желание с ним сделать вместе ресторан, он с удовольствием поддержал это. Так есть такая идея, по принципу, как планета Голливуд. Есть же, скажем, уже пример, когда киноактеры. Вы можете то же самое сделать. Да, я думаю, что все это возможно. Особенно проекты, знаете, они очень легко создаются. А притворить в жизнь, чтобы это был успешный, не проект, а реально.